Итак, друзья, всем привет! К нам на выставку на День города приехал вот такая техника. Сразу все наблюдаем. Да, он, конечно, жестковато поворачивается. По снегу хорошо будет ехать. Так, а шнек работает, да? Шнек сейчас не работает, полевую машинку сняли. Нет, а сам привод там тоже нет? Полевую машинку управляла. А когда опускался, наверное, да? Жабы. Так, нет. Здесь вот регуляторы, они сразу включают задний ход с промежуточным. Я понял. В нейтраль. И тут он процентов на 20 всего от максимума получается. Вот автор-то, вот автор. Вот, один включился. Я понял. Что нравится вот с аппаратурой, пропорциональное управление? Я вас могу проконсультировать по этим всем штучкам. Там покупается приемник, передатчик и рулевые машинки уже под свои нужды, и регуляторы под свои нужды. Thank you.